Зарабатывать хорошие деньги мне помогает компания LTD Corporation. Благодаря новому инвестиционному плану можно заработать 100% чистой прибыли всего за 28 дней. План называется Bitcoin и предусматривает возврат вашего депозита в двойном размере. Например, вы вложили в этот план 15 тысяч рублей и в конце срока получаете 30 тысяч рублей. Также сейчас проходят различные акции, которые позволят получать дополнительные денежные средства на счет личного кабинета. Регистрируйтесь и не упускайте момент. Акция действует до 10 января. Мотивация вообще, блядь. Мне прям хочется, блядь, бежать по нему. В гараж? Да, смотри, в гараж я побежал. Как ебал, блядь. Понятно. Всем привет, ребята мои! Здорово! Привет, привет, Лен! У меня уже кожа облазит. Что это такое? Шелушится бровь. Ребят, записываю новые песни, очень стараюсь. Только сейчас был на студии и записывал тележечку. Я стараюсь альбом сделать по максимуму скоро и по максимуму хорош. Поэтому, если какие-то будут задержки, то только ради вас, ради качества данного альбома, хочется сделать его хорошим, качественным альбомом. Салют, Энди, брат. Спасибо, братух. Только мне не понравились последние 4 строчки. Хочу переписать сегодня. И прислать вам капы. Энди, брат, если еще здесь, жду от вас тоже что-нибудь. И сам делаю. Ждите, братух, от меня. Парочку демок. Вот эта телега хорошая, да? Музыка вообще жесткая. Музыка вообще. Мне только музыка нравится. Давайте, красавчики, пацаны, очень жду. Азамату привет. Салют, Стасян. Как ты? Чё, я думаю о Хованском? Что он пёс уебанский?
Йоу-йоу, передаю привет всем. Ready, got it for good AM. Да, надо съездить там по делу маленькому и вернуться на студию. На Украину пока не собираюсь, ребят. Сами должны все понимать, наверное. Андрюш, привет. Ты в Ростове или где? Да мне пофиг, кто там пишет рэп, кто не пишет. Пусть все пишут рэп. Петухи, блогеры, прости, лесбиянки, гомосеки. Все пишите рэп. Мне какая разница вообще? Если Витя АК позовет, будем, значит, пиздить палками по голове босса этого. Я не принимаю, блядь, проекты «Голос улиц». Для меня не бывает таких проектов. У меня есть улица, это улица, а «Голос улиц» это уже не улица. Это уже попса. Прости меня, Василий, но это попсяшка. Ребят, не хочу с вами спорить по таким моментам. Вопросы риторические. Плюс у меня болезнь головы. Бля, топовый эфир написано. Ого. Ребята, мы только что в топ попали с вами. Да, слава богу, вроде все хорошо. Да, есть дело одно. Вот рэп, ребят. Над новинками сейчас я как раз и тружусь, ребят. В Казахстане не был, с удовольствием съезжу. Тормошите организаторов. Уже 5 лет с Казахстана мне пишут и все никак не съездят. То я частенько в Донецке. Ну как частенько? Относительно. Нет, нельзя демоверсии новых треков кидать, ребят. Я не люблю такие штуки. Чтобы не было Пол Федора, понимаете? Да что мне это? Ребят, о чем говорить? Топа этот... Новая школа, молодцы. Есть свои артисты, всегда есть... В любой момент времени есть артисты хорошие, есть артисты не очень. Поэтому как бы... Я не могу сказать, что новая школа это, я не знаю, там, задроты или там лохи или еще кто-то. Ребята стараются делать по-своему. У меня есть пара артистов, которых я как бы, как сказать, ну, к которым я отношусь положительно и послушать могу, и с интересом слежу за развитием. А есть... целая линейка артистов, которых я как бы не считаю серьезными такими пацанами надолго. Ну, даже если хуже не считаю, но смысл в том, что прослойка очень большая. А вообще, ребят, все мы с вами говноеды. О чем вообще может идти разговор? Мы с вами говноеды. Че не хуже, нам то лучше. Поэтому после этого, блядь, никаких предъяв ко мне. Все мы любим с вами проще, тупее, вульгарнее почему-то.
Поэтому со своей стороны скажу, почти всегда самый топ — это просто не то, что даже дрова, это что-то с чем-то. Нельзя, допустим, сравнивать уровень песни, допустим, Васи Басты и уровень песни, там, я не знаю, вот какого-нибудь новой школоты, вот этих там, блин, реально забыл название. Вот я смотрел клип сейчас, тип русский, с Украины вроде он, с Харькова, там что-то дергается с одним словом весь трек. Ребят, нам бы было стрёмно такое делать, понимаете? А сейчас за это еще получают люди лямы, мульты за такую залупу. Вот, допустим, для меня музыка фейс это залупа полная. И он сам для меня, в принципе, как бы, ну кто он? Незнакомец, блядь, длинноволосый. Но музыка его просто залупа дичайшая. Я бы палкой бы бил каждый бы диск такой, вместо того, чтобы еще давать какие-то там деньги, вместо моего, допустим, мой, условный брат какой-то пишет действительно стоящий рэп, который может и должен быть в топе, должен поощряться, но нет же, мы будем слушать залупу и платить за это огромные деньги, за безвкусицу, за неформат, за просто за залупу. Поэтому, ребят, ко мне претензий никаких. Я говорил о Васе в том плане, что это совсем другой уровень. А нет, ребят, это фейс там или залуп фейс, мне как бы пофигу это. Я не имею ничего против этого парня. Он мне 300 лет не обосрался, в принципе, и его музон. Но если у меня спросили про новые школы, я вот на его примере вам примерно ответил, что такое там. Блин, сейчас после этого, короче, эфира, да, напишут: Рома сказал, что фейс залупа, да? Ребят, я вас предупреждаю, вы сами знаете, к чему это может привести в оконцовке. Чтоб я не вальнул никого, не делайте глупости. Я ж привел только в припев, ой, в пример. А, вы имеете в виду, кто мне нравится? Ну, допустим, я не знаю, это новая школа или нет, АТЛ. Допустим, мне вот этот пацан очень нравится. Пара его песен для меня — это вышка. Я замерзаю просто от этого красавы. Да тот же ТФС, допустим, к которому я как бы отношусь непонятно, но его песня, как там, «Улети и не вспоминай меня»? Как бы все поем и радуемся. Но это уровень. Какой-никакой, ребят. А есть безвкусица, без уровня, просто, я не знаю, вульгарная залупа, которая приносит в данный момент деньги. Короче, я попытался вам объяснить свою движушечку. Давайте, ребят, всем удачи, всем привет, фейсу респект. Здоров, здоров. Что называется? Привет. Йоу. Всем привет, друзья мои. Йоу, всем йоу. Я думаю, для вас не секрет, да, что я плохо видеть стал совсем недавно. У меня небольшой минус есть в очках у меня. Ну, в принципе, и без очков нормально. Йоу. Yep. Планов много, ребят.
Привет, привет. Нет, не на ВКонтакте. Даже не ВКонтакте. Да-да, как раз им сейчас я и занимаюсь. Красноярск, салют, Астана, салют, Астрахан, Сейчас при мне тут какие-то два алкашка и алкаш ругались. Он мне говорит: шлюха, куда ты идешь? Иди сюда, сука. Так стыдно мне было. Я уже хотел сказать: алкота. Че, с понтов? Потом думаю, ладно, Крок. Говорят, Крок, не твое, не лез, брать. Вот даже я вам сейчас алкаша покажу. Вот он стоит. Не хотите? Не хочется, конечно. Вот он стоит, черт, беспонтовый. А бейба его ушла. Если она сейчас успеет прийти во время моей краткой трансляции, я вам покажу ее. Его детку. Его киску. Так, все, мой общичок пришел, ребят. Всего вам хорошего. И хорошего. Здравствуйте. Здравствуйте. Сердце снова застучит. Ну, положи мне сейчас. Без технических причин. Вон, видишь, ебали. А? Ебали в план Елену, видишь? Да. Тогда тот ебал, и ел. Всех с праздниками. Аня. Ты в режиме ожидания? Сердце снова застучит без технических причин. Слишком пьяная в ночи. Дай мне собраться с мыслями, не могу в ритме пульсации. В ритме пульсации. Уйел. Здравствуйте, здравствуйте. Диджеям тоже здравствуйте. Диджей Неткис. Браток, пришли мне еще каких-нибудь хитуль, пожалуйста, на почту, если есть. А вот что возьму.
собраться. Здрасте. С праздничками. Здрасте, Лариса Анатольевна, с праздниками. 1, 2, 3. Угу. Не, это я у Звонкова на фите. А что с ними? Первую и нулевую строчку рейтинга. Ребят, качает. Наверное, я отключусь, а попозже включусь. Давайте, ребятки, не скучайте. Всем хороших выходных там, или что сегодня, не знаю, за деньги.